Всем привет! Мы с вами снова в магазине Kia Нижний Новгород. Сегодня мы для вас подготовили долгожданный обзор по двухспальным кроватям. Но, ребят, сразу скажу, мы будем показывать все кровати, рассказывать наш опыт как службы доставки, как посредников по кроватям, по опыту клиентов. И хочу сразу сказать, ребят, мы спим на матрасе. Обзор на матрасы есть на нашем канале, ссылка будет, да? Вот, и кровать вы все-таки выбираете больше по стилю, что вам больше подходит. Неважно, какую вы поставили кровать. Если вы выбрали неудобный матрас, любая кровать вам покажется неудобной. Ну что, давайте смотреть с самого начала. У нас сейчас не будет с вами подразделений, например, материал, либо ценник. Мы просто идем по выставке, как они в Нижнем Новгороде расположены. Кровати Экены. Размер 160 на 2. Есть еще размер 140. К сожалению, 120 Икея вообще из ассортимента убрала. И у Икеи теперь нет. То есть 90, 140, 160, чуть-чуть кровати. 180, мало какие есть в этом размере. 120, которые очень любили, ну, по крайней мере, у нас ее точно. Ее постоянно заказывали, размер 120. Когда 90 мало, 140 двухспалка не нужна. А вот 1,20 м, это комфортно одному человеку широко спать. Ну, увы, нет. Значит, что такое рекены? Рекены — это у нас массив, массив сосны. Покрыт акриловым лаком и пропитана морилкой, исходя из цвета. Здесь у нас на выставке серо-коричневое представлено. Но если мне не изменяет память, у нас есть еще черно-коричневый морилкантик. Но здесь почему-то нет ни хвостиков. Так, серо-коричневый, черно-коричневый морилки. Антик сейчас в нижнем нет. Давайте пробовать смотреть, что внутри, потому что мы так, честно, и не поняли, как вам показать, вот чтобы вы увидели то, чего нет на сайте. Как вы привыкли, да, что мы вам показываем какие-то нюансы. Значит, здесь у нас деревянная центральная перекладина, как у бюджетных кроватей. Она входит в комплектацию, да, металлическую перекладину не надо, но смотрите, перекладина не цельная, она склеенная. Есть риск, если у вас кто-то активно прыгает, наступили коленом, если тонкий матрас выбрали, это место можно проломить. Дим, как-то поднырнуть, ножку показать. То есть эта перекладина стоит на дополнительных ножках, она не просто висит в воздухе. Вот эти чопики при сборке обязательно, то есть их вставляете, если вы выбираете бюджетное дно лурой, чтобы оно не гуляло туда-сюда. Сама перекладина у нас крепится, лежит на металлическом уголке, здесь две точки крепления нашла. Вот, и боковая обвязка, все то же самое. Ценник вполне адекватный, кровать, честно, заказывают не часто цвета, потому что нет светлого. Как говорят клиенты, была бы она белой, цены бы этой кровати не было. Изголовье кровати из четырех ячеек, железные прутья посередине. И смотрите, если подушка, если кровать стоит не у стены, да и даже если у стены, то есть подушка постоянно соприкасаться будет со стеной. Если это обои, то обои со временем затираются, потому что подушка ерзает. То есть в любом случае цвет дается незаметно, не сразу, но со временем. Либо если кровать стоит не у стены, то вы просто проваливаетесь вот в эти дырки. Вот этот момент учитывайте, потому что кто-то любит и посидеть, почитать в кровати и так далее. Кто-то и работает в кровати. То есть просто так вот, если просто ложить подушку и вот спать, не шевелиться, тогда да, нормально. Но вот эти дырки имеют место быть. Значит, вот эта кровать 5000. Речное дно, ребят, ко всем кроватям отдельно. Дальше у нас капардаль. Размер 160 и 140. Опять у нас нет ни цен, ничего. Но вот за 1,40 м 8000 просят. Это без учета речного дна и прочих матрасиков. Центральная перекладина. Да, центральная перекладина отдельно. Смотрите, у капардаль такой момент. Во-первых, только в сером цвете. Во-вторых, это как кровать Лервик, продается из двух частей. Если у вас там что-то повредилось, ну, честно, я не представляю, что нужно сделать с кроватью металлической, чтобы она у вас повредилась. То есть отдельно продается изголовье, отдельно продаются боковушки, отдельно центральная перекладина. То есть чем дороже кровать, значит, центральная перекладина уже не входит в стоимость. Пойдемте смотреть, что здесь внутри.
Сам металл средней плотности, сварные швы. Ну, не знаю, конечно, как вот. Заказывали несколько раз, гарантийных случаев не было. Ну, я не представляю, какого веса надо быть, чтобы эту кровать развалить. Ой, блин. Так, центральная перекладина лежит на специальном выступе. Это сама скорва. Ну вот, то есть здесь, в принципе, сборка совершенно элементарная. Вы, когда, друзья мои, смотрите кровать при дистанционном заказе, это чопик тормозящий, обязательно смотрите инструкцию по сборке. В инструкции по сборке видно все. На каких крепежах, где, куда, зачем, почему. Понятно, что на картинке вы этого никогда не увидите. Так, пойдемте с изголовьем разбираться. Нет, это не двигается. Значит, смотрите, изголовье. Четыре широких. Нет, один, два, три, четыре. Пять прогалов и все. То есть, как из предыдущей кровати, если кровать стоит не у стены, подушка у вас просто тупо провалится. И если она стоит и возле стены, вы все равно вот есть риск, да, здесь оказаться головой. Этот момент тоже учитывайте. Поэтому кому-то нравится, кому-то не нравится. Кровать, ну, своеобразная, да, ее многие называют больничной койкой. Дальше, сангисант. У нас сейчас дома живет такая кровать, белая, живет с декабря, мы ей, в принципе, довольны. Сангисант есть в черно-коричневом цвете и есть в белом. Вот образцы по цвету, они даже отлипаются. И это у нас ДСП. ДСП – бумажная пленка, но все износ стойкое, хорошо оттираются с белой кровати какие-то малейшие пятна. У сангисанта есть в дополнении, то есть можно собрать, ну, можно сказать, спальню. Гардероба нет в стиль, но, то есть дверей нет у Пакса, например, у того же, но есть комоды, есть тумба прикроватная, и вы соберете такую единую композицию. Размеры у сангисанта тоже 1,60 м и 1,40 м. У нас 1,40 м, лежит сейчас матрас Хэтлевик. Нет, не Хэтлевик, Хамарвик у нас лежит. Все нормально. При этом Хамарвик до этого лежал на бюджетной кровати. Вообще спать на нем было невозможно. Положили в сангисант. Она глубокая. Сейчас я вам это покажу. И любой матрас так вот съеживается, становится более плотным, не бегающим. Пойдем, я буду поднимать. О! Я сегодня геракл. У сангисанта, кстати, в комплект можно отдельно еще купить кроватные ящики. Сейчас мы вам покажем, что внутри. Так, нюансы по сангисанту. Значит, по сборке все нормально. Вот это сама пленка, то есть все швы оканчиваются внутри, снаружи их не видно. Но, Дим, вот это видно? Вот такие вот моменты могут быть, то есть спученки. Поэтому с ними, пожалуйста, аккуратно. Могут дальше поехать, и гарантийным это не будет. Это повреждение поверхности. Так, у сангисанта регулировка речного дна. То есть вы можете вот эту планку, на которой ложится речное дно, поставить на вот эту высоту, вот на которой она сейчас находится. Как по крепежу? Вот, наверное, вот здесь что ли видно? Вон дырочка видно. Видно, да? Нет, да. Это вот первая получается высота. Первая высота. Ну, да, если вы хотите, чтобы матрас на улице повыше был. А это вторая высота. Вот я точку крепления хочу найти. А, вот, шуруп-то. Видно? Все. Так, давай ящик подоставать, да? Ящики просто выкатываются, никакого монтажа не требует. Вот смотрите, вот такая глубина, то есть есть двойной ящик, есть одинарный ящик. Можете поставить двойной ящик, если у вас, например, здесь стоит тумбочка, а можете заполнить все пространство и, соответственно, он такой, да, он двойной, либо одинарный. Одинарный вот, то есть три одинарных можно поставить, а можно поставить вот так. Но ящики очень глубокие, я, наверное, все-таки подумаю, потому что сейчас у нас все лежит в сумке перкала, в сумках разложено, и каждый раз неудобно доставать. Здесь все наверху, наружу, да? Но при этом, смотри, пыль вся летит, то есть с кровати, он же не закрытый сверху, этот ящик, ничем. На сумках? Я хочу целиком его достать. Вот он. Он так нагружен.
показать, колесики хочу. Вот такие вот колесики. То есть вы просто собрали ящик каких-то дополнительных просверливаний, выпиливаний. Ничего у кровати делать не надо. Задавали такой вопрос ВКонтакте. Пылесос, ребят, под нее не умещается. Я пробовала, не лезет. Шланг от пылесоса лезет, сам пылесос нет. Нейден. Самая бюджетная кровать в Икее. Раньше это была кровать Фьельса, сейчас это Нейден. Массив сосны. Ценник бюджетный, бюджетнее некуда. То есть она идет... А, кстати, сангисанты мы... Сори, что перескакиваю. У сангисанта есть еще маленький размер. 90. Одна спалка есть. 140, 160. Про размер мы не сказали. Да, 90, 140 и 160. 180 ее нет. Все, тему закрыли. Нейден. То же самое. 90, 140, 160. Массив сосны. Ничем не окрашен. Гладкий. Бюджетнее некуда. Нюансы. Ну, во-первых, практически нет изголовья. И подушка у вас опять будет лежать у стены. Поэтому учитывайте, что у вас на стене. Из нашего опыта, если вы эту кровать собрали, попользовались, разобрали, перевезли, опять собрали. Ребята, она не выдержит долго собирать и разбирать несколько раз. Она просто тупо разваливается. То есть массив сосны мягкий, и когда вы заново ее собираете, он просто начинает вот потихоньку разъезжаться. То есть трещинки появляются, и она со временем просто разваливается. Как получилось у нас. Значит, как и у Рикены, здесь своя перекладина. А, смотри, ее теперь усилили, двойную сделали. Другая. Да, была цельная, вот, ну, единичная, как у Рикены, и она разваливалась. Здесь двойной брусок, он более сильный, то есть нагрузку он держит по-другому. Поэтому, в принципе, я думаю, вот чем она мне нравится, она до такой степени гладкая. Ее, если перекрашивать, это одно удовольствие. Вот ничего не надо делать, просто бери и крась. И пахнет сосной. Когда распаковываешь дома такую кровать, запах, как будто в лесу находишься. Заглушек каких-то декоративных нет, то есть поэтому все вот эти металлические элементы сборки будут видны. Этот момент тоже учтите, кого это напрягает, потому что такие, допустим, у нас нюансы уже возникали с клиентами. Ну, тут, знаешь, как девушка недавно приходила, говорит, я буду кровать перекрашивать в красный, но мне вот эти выступы не нужны, мне нужно, чтобы их вообще не было, не спилишь ты их. Ну, больше по Нейдену. За такие деньги кровать офигенная. Вот что могу сказать. Была бы дороже, уже было бы спорно. Новая кровать Sag 100. Черная, металлическая. Давайте смотреть. Мы ее ни разу не смотрели, не снимали. Значит, у нас размеры есть 90, 140 и 160. Продается она по частям. Отдельно спинки, отдельно боковинки кровати. У нас сейчас 1,60 м. Давай смотри сначала ее по стилистике. Ножки. Тоже железо. Ну, фактически вот то же самое, что Лервик. То есть такое ощущение, что это все-таки один производитель, который производит все металлические кровати, потому что даже места сборки, вот, ну, сварки похожи. Просто стиль другой. Лервик более такая воздушная вся, а здесь ну, что-то спорное. Бомбочки вот эти, конечно, прям так... Ну, ретро, да? Прям ретро-кровать такая. Так, по изголовью те же нюансы. Поэтому не зря лежит две подушки. Но у нас вот мы до обзора зашел спор с Димой. Если человек выше роста 1,80 м, например, мужчина, да, ему просто неудобно. То есть вот эта подушка у нас как изголовье, сюда тут остается место от силы на 1,60 м, не больше. Так, корона у нее не съемная, как у Лервиков. В обычную кровать ее не превратишь. Покажешь здесь дополнительная планка? На нас не ворчать, мы все за собой убираем. Вот она дополнительная планка. На ней лежит эта часть. Фумбрушки. По-другому их не назовешь. Не знаю, ну, как ты. Я не очень люблю такие вещи, поэтому для меня кровать спорная. Я пока не вижу интерьер, в котором она должна стоять, с чем она будет сочетаться. Если Лервик, она такая вся вот воздушная-воздушная. Ну что, будем отмять? Геракл ставить? Матрас поднимать? С какой стороны только подходить? Здесь нельзя.
Раз, два, взяли. Эх, твою налево. Одна высота? Подожди, вот да, это... Да, она запаянная. Запаянная, то есть ее не выдвинуть. А, да, вот она цельная идет. Да, в принципе, все то же самое, да, как у... А Лервик, только в другом цвете. Разница только именно вот в стиле. Кстати, металлические кровати почему-то требуют более усиленной сборки и более частой подтяжки. И часто возникают нюансы, если вы берете обычное речное дно в уроне. Какой мы сейчас показывали, просто ламельки, скрип. Поэтому нужно обязательно сделать тогда такой лайфхак. Прокладку делать из оконного уплотнителя круглого. И тогда будет уже скрипеть меньше. Так, дальше. Кровать Хемнес. Кровати Хемнес теперь нет в размере 1,40 м. 90, 160, 180. Такие почему-то потихоньку, непонятно по какой причине, выводят кровати. Какие-то, и особо как бы, выбора такого вот, ну, по сравнению, да, с другими магазинами, в Икее мало. Кровать с подъемным механизмом одна, стоит все-таки немало, не маленький ценник. Сейчас вернем на родину. Так, Хемнес, это у нас массив сосны. Все то же самое, что и кушетка Хемнес. Пойдем показывать сразу нюансы, чего Хемнес боится. Хемнес боится острых предметов, Хемнес боится когтей зубов, деток. Но это массив, который можно зашкурить, закрасить. Такие моменты могут быть. Массив все-таки мягкий. Так, дальше. Давайте сразу по изголовью. Вот у Хемнес оно более закрытое. И попасть подушкой куда-то в дырку, но это только если вы на самый угол. Что скорее не будет являться чем-то постоянным, вы будете перемещать, да, подушку, вот. Здесь вот, не знаю, ты увидишь, нет, здесь прям вот хорошая вмятина. То ли так собирали сборщики, то ли это был изначальный брак и для выставочника оставили. Видно? Такая вот вмятина. Здесь у нас цельной бок дальше идет. Сейчас посмотрим, что внутри. Точнее сказать, покажем. Матрас, как назло, самый толстый, да? Не могли матрас-то потоньше положить. Регулировка по высоте есть, высоты 2, речное дно можете положить поглубже, как здесь, либо повыше, вот она, не могу показать, покажи, пожалуйста, камерой, маленькая дырочка, это вот верхний уровень, если хотите, чтобы у вас матрас лежал повыше, потому что часто берут матрас полиуретановый, а его вовнутрь, в глубину, если положить, то будет получаться, что вы угол вот этот будете деревянный задевать. Лервик. Размер у Лервика у нас 1,40 м, 1,60 м и 1,80 м. Очень популярная кровать у нас сейчас в Саранске. Не могу сказать, по какой причине, просто ее любят. То есть такая вот классической красотой ее называют. У Лервика очень высокая корона, как я ее называю. Но смотрите, если она вам надоела, вы изменили стиль интерьера. Покажи, пожалуйста. Вот здесь вы ее расцепаете. Вот здесь расцепаете. Вот здесь расцепаете, ну и дальше, да, во всех пяти точках. И у вас получается вот низкая кровать, ну вот удобно вам так, да, допустим, вот не нужна вам эта корона, вы решили убрать ее. Это можно сделать. Боковинки и бока и задняя передняя стенка продаются отдельно. По подушке сами видите, подушка здесь не будет так вываливаться, как, например, в предыдущих железных кроватях, по той простой причине, что очень много элементов ковки. Есть смысл ее изнутри показать, она точно такая же, как черная. Все одинаковые, да. Здесь именно вот стилистика. У нас почему-то в городе их фотографы любят. Для фотосессий используют эти кровати. Тисседаль. По тисседалю можно собрать целую спальню. Есть комоды, есть двери тисседаль. Сама кровать, тумбы. Линейка не бюджетная, смотрится красиво. По отзывам клиентов, кто брал, довольны. Это Прованс. Прям вот такой нежный-нежный стиль. Кому это нравится и доступно по финансам, люди любят этот стиль. А, изголовье сразу или по размерам? А размеры ты уже снял, да? 160, 180. 140 тоже нет, только двухспалки полноценные. Изголовье, друзья мои, здесь у нас хорошее. Подушки не прыгают. То есть вот она нижняя часть, и здесь частая рейка. Вот сюда уже подушка точно не провалится никуда. И кровать вы можете ставить и в середину комнаты, и к стене, куда, в общем, вам удобно. Очень нежная постелька. Это икеевский сатин. Прям вот приятный-приятный. Когда на него акции, мы привозим его кучами.
Так, давайте смотреть, что у нас внутри. Кровать у нас на красивых ногах. Петелюшки. Тоже два. Два уровня высоты, крепежи. По крепежам повторюсь, нам нет смысла вам сейчас это показывать, все равно это непонятно. Решили покупать кровать, открыли инструкцию по сборке. Вот до шурупика, да, болтика, все будет. У деревянных у всех, да, две высоты, кроме, а у железок одна. Вот даже если вы смотрите, вот так вот обзорно сделать, да, фактически все кровати стоят на ножках, то есть спокойно можно какой-то прикроватный ящик, не обязательно икеевский, то есть что-то поставить. Так, пойдем дальше. Получается, длинноногих разделили? Да нет. Просто, наверное, раскидали вот. Кровать Нестун, тоже одна из любимых заказов. Продаются тоже по частям. Вот Нестун постоянно приходится ловить. Нестун, во-первых, есть одна спалка, 1,40 м и 1,60 м. Три размерчика у Нестуна. Вот это сейчас представлено 1,40 м. Ну вот мы на 1,40 м спим вполне. Даже мелко иногда приходит в гости. У Нестуна. Здесь уже с изголовьем проблем нет. Единственное, только вот эта дырка. То есть, если вот сюда вот попадает подушка, ну вот это вот неудобно. Потому что все спят по-разному. Мне вот, вот парочки бы еще не хватает для общей картины. Так, давай. Ее, кстати, можно с обратной стороны снять. Здесь вот как-то они покомфортнее расположены, да? Там к ним не подобраться даже. Вот они, следы сборки, сварки. Следы сварки. Здесь у нас прощелина, то есть здесь дополнительная пыль. Ну вот в плане уборки, конечно, все вот, вот каждую надо будет протирать. Я не думаю, что здесь уборщицы редкие гости, но вот потрясли, да, и уже приличное количество пыли. Центральная перекладина с корвой отдельно продается. Высота речного дна уже не регулируется. Для такой кровати все-таки рекомендую ланцет речное дно, потому что будет элементарно, не будет скрипа, вы избавитесь от этого. Так, кровати Нордли. Черные у нас Нордли покинул ассортимент. Непонятно вообще, что происходит с комодами Нордли, их постепенно выводят. Все, жаль, конечно, потому что на самом деле очень достойная кровать и достойная линейка. Да, не бюджетная, но офигенно смотрится. У Нордли есть такой классный нюанс. Если вы не хотите, вы хотите, наоборот, если вы хотите пьедестал, то вы можете взять эту кровать. Можно положить матрас, как здесь, меньшего размера. Только вот здесь несимметрично. И у вас будет ступенька. Это единственная кровать, у которой речное дно в комплектации. Видно? Здесь все закрыто. И сейчас мы с вами полезем в ящики. Но матрас фиксируется как или просто лежит? Просто лежит. Матрас не фиксируется никак. Если мы хотим 1,60 м, ну будет от края до края, кладем 1,40 м, у нас получается по 10 сантиметров с каждой стороны выступ. Вот таких три огромных ящика. То есть у вас фактически под кроватью живет комод на 6 ящиков. Нордли все-таки сделано хорошо. Жаль, что выводят из ассортимента. Очень плавный ход. Бесшумно. А его теперь нет, все. Но за все время, да. Кстати, не так много Нордли мы за все года привезли. У Нордли есть еще дополнительное изголовье. Мне кажется, мы, да, в каком-то прямом эфире рассказывали про кровать Нордли. Потому что думаю, говорю, я уже эту информацию говорила. Изголовье хотите без него, хотите с ним. Если без него, то получается вы опять третесь об обои, об стену подушкой. Но изголовье не совсем бюджетное. Изголовье 12 тысяч, да. Изголовье крепится к стене, это обязательно. У изголовья есть дополнительных по две полочки с каждой стороны. Ставите вы их как удобно. Какой-то прям приятный коврик, даже в босоножках приятно. Здесь у нас подстилочка не шумящая. Да, тут так вот значит телефон кинешь, что семейство переводишь. Кроватка достойная, удобная, нареканий по ним не было ни разу. Ну, за все время, наверное, 5 кроватей, что ли, за... вот в общей массе за все года 5 кроватей было. Ну, комоды по Нордли заказывали все-таки чаще. Они были трансформерами, и можно было изменять их как угодно. А это теперь любимая кровать в Саранске, вот самая, Бримнес. Вот каждую неделю кровать Бримнес есть в заказе, в любом из размеров мы ее привозим. Пойдемте рассказывать, а дальше у нас там что остается? Не так уж и много.
Размеры сейчас 140 и 160. Кровать оснащена ящиками. И можно поставить изголовье. Ящики идут в комплекте. Если вы не берете изголовье, то вы опять болтаетесь в воздухе. Либо вы трете стену, либо у вас подушка сваливается. У изголовья есть такой нюанс. Я не знаю, почему его не сделали во всю длину. Но хотя, что там хранить-то будешь, да, если во всю длину? Оно вот... Я бы сверху полочки не сделал. Вот какие-то, да, здесь вот не хватает. Как вот... Даже как ящики, кстати, да, вот такие вот выдвижные. Я этот стол забыла. Книжка, которая складывается с тремя ящиками норки. Понял, какой, да, три ящика? Вот если по такому же принципу сделали бы, но это вырежем, не вырежем, не знаю. Вот сюда, допустим, то есть вот, получается, заканчивается, вот. Вот сюда раз ящик, два ящика, вот такой выдвижной, наверх, да? О, ну да. Ценник был бы, будет вот такой. Ну, в общем, вот у вас получается вот больше метра пространства, которое вы не используете. Здесь три полочки, книжка, телефончик, прочее, какая-то мелкая дребедень. При этом там свободно. Как там мыть полы, я не знаю. Например, швабра, которую мою я, туда не пролезет. Пылесос туда тоже не пролезет. Поэтому, наверное, уже закрывали бы до конца. Маленьких детей запускать. Точно, ползающих. Да. Да? Так, ящики давай смотреть. Ого! Здесь, кстати, самый большой икеевский чехол. Вакуумный, с крючком. И в нем, смотрите, 20 килограмм выдерживает ящик. Все то же самое, что у комода в Бринус. Вот один в один. Из Бринуса вы можете собрать целую серию. То есть есть кушетка, есть кровать, есть комоды, есть шкафы. Цвета сейчас только белые. Черных в наличии нет. По черным непонятно, будут они вообще продаваться или вывели их из ассортимента. А мы сейчас посмотрим. Пойдем с этой стороны. Ну, матрас засунули. Это вот как на бабушкину перину. О, самый нелюбимый. Раз, два. Два, какая красивая появилась. А, здесь двойной матрас даже сделали. Ящиков 4. Показывай середину. Здесь укрепление дополнительными металлическими планками идет. Такая же центральная перекладина. В общем, если вы по кровати кузнечиком не скачете, с молотком не бегаете, ни одной кровати не будет ничего. То есть можно еще повыше поднять. Дим, здесь два матраса. Поэтому, ну, каждому свое, кому что нравится. Так, у нас остались мальмы по цветам. Пойдем. Трясил. Каркас кровати Трясил в распродажу был по акции. Ну и то, я считаю, что он недорого стоит, 6 тысяч. К Трясилу сейчас в пару что осталось? Комод только остался. Раньше был гардероб, были тумбочки. Трясил, кстати, раньше очень хорошо заказывали, пока они вот были с большим оснащением. Металлическая нога у нас полноценная. Здесь у нас ДСП-шка. И вот такие вот нюансы в процессе эксплуатации возникают. То есть... Ну, это неаккуратность просто. Размеры у нас у Трясила 140 и 160. Тоже две высоты, то есть все стандартно. Уголки, ребята, одинаковые, металлические направляющие, все одинаково. Изголовье. Пойдем с обратной стороны. Вот смотри, в разделении комнаты его уже не поставишь, да? Ну, все равно немножко неаккуратности вот эти есть. Ну, у каждого свое, в общем... Мне не разделились, бог с ним. А для меня это вот выглядит сзади как лавочка в парке, но суть не в этом. Здесь все, ноги полностью металл, крепежи металл, то есть все усилено. И изголовье, я думаю, удобное. Подушка вылазить никуда не будет. Даже вот в эту маленькую дырочку вы явно не провалитесь. Так, мальм. Давай, наверное, мальм поставим на закуску.
А скволь? А? Бумага. Ну, а скволь, посмотри, она не острая. То есть вот она для деток, она очень безопасная и очень пыльная. Никаких острых углов. То есть одна из немногих кроватей, которая закруглена со всех сторон. Так, что у нас по скволю там? А сколь сейчас настолько белый остался. 1,60 м это выставочный. И есть осколь еще 1,40 м. 1,60 м стоит 10 тысяч. Цены мы вам не показываем, артикулы тоже. В последнем обзоре вы нас заругали, да, со всех сторон на эту тему. Поэтому мы решили в этот раз так показать. Так, по осколю. Пойдем покажем. Это уже прям вот замазывали, да, видно? Как будто штрихом замазано. Корректор. Ну, да, возможно. Прям корректор, да. Вот обдирается вот так, вот такие вот нюансы возникают. Вот здесь вот расслойка может быть. Воды будет бояться, потому что стыки не очень хорошо закрыты. Ну, опять же, девчонки, воды в ведро в спальне не выливаем. Тряпочкой протерли и хорошо. Что, будем красоту портить? Ради вас, дорогие подписчики, только ради вас. О, нормальный матрас. То же самое, две высоты. Ящик кроватный умещается. Все кровати высотой средней 18 сантиметров. Не нравятся жесткие ящики, берите с куба. Не нравятся с куба, пожалуйста, сумки Перкла по 150 рублей. В сумку Перкла умещается игрушек из одного ящика комода полностью. Проверено, вся кровать забита внутри сумками от детских игрух. Так, мальмы. Мальма у нас сейчас самый распространенный вариант покупки, потому что больно-то развернуться и не с чем с односпалками. Это 90, 1,60 м и 1,80 м. Пойдем покажем цвета и фактуру вот на дощечках. Ясень, дуб, белый и черный. Есть стиль полностью комоды. А, кстати, по Трясилу-то я обманула. У Трясилы вот тумбочки есть наверху. Где бра черные стоят, мимоны, вот, и большой комод у Трясилы. То есть можно такую вот полуспальню собрать. К мальму получается у нас комодов куча. Большие, маленькие, высокие, узкие, какие вы хотите. Так, к мальму дополнительно в комплект можно купить ящики. Пойдем покажем на коричневом цвете. Белые у нас покрашены, остальные цвета шпанированные. А, что стоим, кого ждем, да? То же самое. Ящик ни за что не крепится, просто на хороших колесиках выезжает. Я считаю, что это удобно. Не нужно ничего распиливать. И когда вы понимаете, пользуясь кроватью, что вам не хватает места для хранения внутри, вы просто докупаете ящики. Хотите с одной стороны, хотите с другой. Но у мальмы ящики симметричные, то есть ровно половинчатые. Если вы ставите сюда тумбочку, то ящик вы уже достать не сможете. Либо не ставите ящик, оставляете дыру. Так, и мальм с подъемным механизмом. Самая дорогая кровать в Икее. Мы вам ее несколько раз показывали в прямом эфире, но я думаю, теперь вы уже точно будете знать, в каком обзоре ее смотреть. Подъемный механизм. У нас размеры 140, 160 и 180. Цвет белый, шпон беленый дуб и черно-коричневый. Покажи, пожалуйста. Вот эта скоба. Вот из-за чего весь сыр-бор. Ну что, пробуем? Эх! Так, нет. Подожди. Я осталась одна дома, мужа нет. Хвост. Волшебный хвост. Видно? Ладно, дубль два. Так, сразу говорю, в комментах надо мной не ржать. Я ничего не могу. О, девчонки, вот, подождите, подождите, дай секунду, ну, да, я скажу. Попробую, мне просто самому интересно. Давай, чуть больше. Нет, это стоп какой-то есть. И получается, тянешь за веревочку? Давай я подержу. Так, дубль два, Дима в кадре. А что-то на одну сторону. Вот скажи, пожалуйста. Девушка, оставшаяся одна дома, вот тут, сможет вот это поднять? Нет.
У меня опыт погрузки еженедельно по 2 тонны Икеи разгрузки. Я помогаю, честно. Все из-за этого. То есть этот хвост... Подожди, получается так. Если у нас... Давай разбираться. Раз уж мы до нее добрались, она у нас последняя. Зафиксировали мы ее или шиша? Держать надо. Ладно. Получается... Вот иди сюда, покажи, вот где это крепится. Когда вот эта ленточка оторвется к фигам, я кровать поднять не смогу. А если я ее оторву, что мне делать? В принципе, все накрывается. Я бы сделал, если она петлей была, она прошита полностью, очень неудобно. Ну да, то есть ее нужно... Была бы петля, вот как бы ручка. Вот большая вот да, так. Да, как бы ручка схватил и потянул. Тогда может быть еще. Ну, место, конечно, для хранения дофига, да? Смотри, сколько стоит скубов, то есть все пространство, все на виду. Вот целый шкаф. Может, изматывался, он такой тяжелый. Наверное, да. Для меня это некомфортно. То есть даже мужчина не смог вот прям вот легко, да, так хопа поднять. Комфортно. Комфортно. Пойдем покажем сам механизм. Девочки, если хотите резко стать вдовой, берете мужа в Икею, кровать поднимаете. Ой, опустила. Нет, давай еще раз попробуем. Ну давай. Ну почему-то, кстати, она криво, да, прям идет? А из-за стенда. Стенд мешает? Да, кстати, веревочка убегает с опусканием. Либо вы ее держите. Так, значит, я тяну за веревочку. Одновременно еще тянуешь. Сначала вытянул, поднял. Вытянула. Тяжело, мне неудобно. А если, представь, ситуация еще дома под ногами дитё маленькое бегает, совсем мелкое. Нет, это небезопасно. Я, во-первых, не вижу фиксации. Открою секрет, страшную тайну. В Саранске стали предпочитать делать по-другому. Заказываем кровати в Хофе, мы их привозим, а матрасы берут в Икею. Там подъемный механизм можно взять за 20-ку, даже дешевле. Но у Хофа много косяков с качеством, с поставками, с цветом. Есть, имеет место быть. Блин, ну у Икеи только одна кровать. Я вот, например... Я бы вот с этим поиграл в рамках и на рынке на Мольве... Другие. Дим, хорошо, ты покупаешь кровать почти за 40 тысяч, идешь ее доделывать? Вот стоила бы она 1015, тогда да, можно что-то доделать, допилить. Потому что основная часть – это амортизатор. Ну, они не так сильно стоят, как кровать. Вот такая вот кровать с подъемным механизмом. Почему-то, когда белая была, то ли, может быть, собрали ее так не совсем ровно. Она гуляет вся. Можно я посплю? А, я же мысли умные хотела поделиться. Ребят, я с удовольствием отвечаю на ваши вопросы ВКонтакте, вы пишите мне в WhatsApp, Viber. Сейчас мы будем добавлять ссылку в Инстаграм. Ну, получается так, что в Инстаграме я быстрее вижу ваши ответы, потому что ВКонтакте это ваш ответ часто теряется среди клиентов, потому что, ну, как-то клиент у нас больше там коммуницирует. WhatsApp, Viber тоже не всегда успеваю. Поэтому, если вы хотите задать какой-то вопрос, пожалуйста, можете голосовым задать, можете текстом, какое-то фото, какой-то хвастик скинуть, пишите в Инстаграм. Ссылка ниже на мой личный Инстаграм в описании. У нас есть Инстаграм нашей службы доставки, а если хотите обратиться именно ко мне, нужна какая-то консультация, какой-то вопрос. Но не забывайте, в Инстаграме сейчас, чтобы написать директ, нужно обязательно подписаться. Поэтому подписывайтесь, запрашивайте на разрешение подписаться, я вас добавляю к себе в друзья, и мы с вами общаемся. Ну что? Кровать мы показали все. Надеюсь, вы довольны. Мы показали вам то, что вы хотели. Вам теперь будет проще определиться с выбором. Ну, я говорю все-таки про тех покупателей, которые дистанционно находятся, которые в Икее бывают там очень-очень редко, которые пользуются услугами посредников, либо там, ну, кто-то им переправляет, да. Надеюсь, мы вам помогли и были полезными. Ожидайте новых выпусков. Мы сейчас снимаем много, но выпускаем это вот в порядке обработки, да, и выхода. Всех люблю, всем большое спасибо и до новых встреч!